Девчонки, всем привет! Игра 300 крестиков больше. Хочу напомнить, что сегодня у нас заканчивается 25-й шаг. Он идет до 12 часов ночи. И начало сразу 26-го шага. Наверное, вы уже устали от меня в прямом эфире. Ну, я точно от себя устала, мне кажется. Поэтому я предлагаю вам сегодня взять отдых. И это будет короткое видео, в котором я вам просто выдам шаг. И этот шаг будет отдыхающий. И мы будем отдыхать до воскресенья. Воскресенье 12 число. День космонавтики, кстати, насколько я помню. Поэтому давайте отдохнем и сделаем 500 крестиков. Я надеюсь, что вы успешно миновали уже 25-й шаг. Я в этот раз успела, между прочим, благодаря белым вставкам в доме. Надеюсь, и вы свой шаг сделали. Если нет, у вас будет на это еще время. Также я вам предлагаю подумать, какую вы возьмете работу, чтобы выполнить 500 крестиков. 500 крестиков – это немного, поэтому вы можете взять работу, которую вы давно не вышивали, и выполнить на ней этот отдыхающий шаг. Ну, а мы с вами встретимся 12 апреля в 9 часов вечера, это воскресенье, для того, чтобы получить еще одно задание. Хочу напомнить, 300 крестиков и больше, там только 30 шагов. А значит, скоро мы узнаем тройку победителей. Также хочу напомнить, что победителем будет приз сборка ниток Перри. И этот приз будет только для разыгрываться между теми девочками, которые ни разу по таблице не пропустили ни один шаг. Только среди этих девочек будет разыгран этот приз. Три приза, я извиняюсь, конечно. Поэтому дерзайте, так сказать. И надеюсь, что все, кто планировал участвовать в розыгрыше, все еще остаются с нами и успешно продолжают вышивать в нашей игре вышивальным 300 крестиков и больше. Я буду с вами прощаться. До новых встреч. Приходите ко мне на канал еще и еще. Всем пока!